Со мной что-то происходит. Что-то пробуждается в моем разуме, и я не могу это контролировать. Что ты видел? Грядет священная война. Ты часто видишь сны, которые потом в точности сбываются наяву? Да. Я вижу один сон. В нем девушка с Аракиса. Не могу понять, что он значит. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки. Умрешь. Что в коробке? Боль. Ты унаследовал слишком большую силу. Пришло время научиться управлять другими. Чего не мог никто из твоих предков. Мой отец правит целой планетой. Он теряет ее. У него скоро будет побогаче. Ее он тоже потеряет. Убить их. В случае угрозы. Ты защитишь Пола? Ценой своей жизни. Попав в ловушку, животное отгрызет себе лапу, чтобы выбраться. А как поступишь ты? Я знаю тебя. Планета Аракис так красива на закате. Но варвары-чужеземцы разоряют наши земли. Отец, что если не я будущее дома Атрейдесов? Истинный лидер не ищет власти. Ему ее вверяют. А если твой ответ нет... Для меня ты все равно останешься самым важным. Моим сыном. Однажды родится легенда. Будущее. Я вижу его. Я не должен бояться. Страх убивает разум. А когда страх пройдет... Останусь только я. Честно, стал.